Быстрее, мы сейчас на день рождения дяди опоздаем. Че ему дарить будем, ты не знаешь? Саркис, что? У меня было 1800 рублей. И че? Я откуда знаю, где они? Перед отпуском я положила сюда доллары и рубли. Где рубли? Может, ты их дома выложила? Я не трогала их. Ну и я не трогала, я не лазил по твоим сумкам. Да это вообще сейчас не важно, давай думай. Подожди, что в смысле не важно? Если ты их не брала, я потеряла деньги. Потеряла и потеряла. На сегодняшний день это не деньги это уже? Это деньги, но сейчас... Разберусь, ты их не брал. Я их не трогал, я не лазил по твоим сумкам. А как так получилось, знаешь? Что у меня русские деньги пропали, а доллары остались? Вот ты у меня спрашиваешь, может ты реально выложила? Нет, я их не трогала, Сырки, ты взял мои деньги? Я не трогал твои деньги, нафиг они не нужны. Скажи честно. Ну взял, заправил машину, эко. Ну не было налички, ну что нужно было делать? То есть ты ковырялся в моей сумке? Не ковырялся, а взял. Взял мои деньги, сказал даже? Ты что, же нагло врешь? Не вру, это не твои были. Это мы когда улетали, ты в сумку взяла, положила. Помнишь? Ну я положила свою сумку же, а не мои. Да, но я достал. Хоть бы предупредил, что забрал деньги, это такое интересное вообще. Ну ты купалась, мне что нужно было в душ забить, а потом я забыл. Ты значит смотришь мои сумки, когда я купаюсь? Эк, давай забудем эту ерунду, мы на день рождения опаздываем, поехали. Давай.